играй в мяч! Ребята, по-моему, нам надо еще раз повторить правила. Само не верится, что это была моя идея. Дорогая, это же в порядке вещей. Черт, эти хитроумные хорьки нашли нашу буровую площадку. Жизнь, отстой! Внимание, головорезы, а ну в атаку! Так, кто забыл оплатить прокат клюша? Мыши-байкеры с Марса. Большие проблемы. Автор сценария Грег Джонсон. Продюсеры Гарри Голдстайн, Ричард Трублот. Режиссер Ричард Трублот. Леймургер начинает обставлять свои махинации все более абсурдно. Мы им покажем. А ты, милая, сиди тихо и... Не мешай. Удовольствие получай. Мы сами с усами. Ладно, я получу удовольствие от драки. Поплавай косоколами, Тэмми, Доза! Воняет, как от грязного белья босса! Сила действия равна силе противодействия. Старина Ньютон не наврал. Я приготовил тебе сюрприз, мотокрыса. Крыса? Это он сказал. И не жалею. Сейчас пожалеешь. Даже настроение поднялось. Промазал. Прости, куколка. Так, Винни великолепный, я тебе помогу. Хочешь ты того или нет? Эй, кто тут вмешивается? Чарли? Немного дико, зато чертовски эффективно. Будь я проклят! Искрометное виденье, гений грязной красоты! Эй, матросы! Чарли, мэм, хорошо выглядишь. Что, решила уйти в добычу нефти с головой, детка? Мне тоже иногда хочется подвиг совершить. Откуда такие амбиции? Избавь меня от своих жалких оправданий. Но мыши снова застали нас врасплох. Как же я их ненавижу! В отличие от их подружки Чарли, вот эта женщина. Босс, вы случайно не в курсе? Ее сердце как? Свободно? Какую часть необходимой нам серы мы уже, как говорится, добыли? Да всего-то ничего. Естественно, так я и думал. Иди добудь мне больше, сальный слюнчай, натурал проклятый. И держись подальше от городских грызунов. Карбункул! Вы лопили ваше рыбное высокородие? Высокий начальник вот-вот прибудет в космическое хранилище, чтобы лично переправить собранную нами серу на Плутарк. Я только что доделал инфлятор материи вашей сливочности. Он увеличивает размер объектов, однако... Внимание, внимание! Высокий начальник причаливает к третьему шлюзу хранилища. Правда, у этого инфлятора есть один маленький недостаточек. Эон, скорее твори свои чудеса, я постараюсь задержать этого надутого индюка. Приветствую вас, мой прогорклый правитель. Как всегда, с чувством глубокого отвращения. Меньше слов, Лимбургер. Лучше покажи-ка мне серу. Немедленно.
Расти, расти, расти! Вуаля! О, сэр! Мне хочется сбросить с себя одежду и искупаться мне прямо сейчас. Я бы с радостью насладился этим зрелищем, мой зловонный вождь, но вам наверняка не терпится сопроводить этот груз на Плутарк. Имейте в виду, что эта псевдо-сера примет свой изначальный объем через 2 часа, ваша чванливая чешуйчатость. Да, вполне. Что? Что? То есть мы не можем позволить этому жирному палтусу отчалить, и пока... Не раздобудем настоящую серу, ваша селёдочность. Тогда, как его личный терапевт, ты просто найдешь повод посадить его на карантин. Мы везде сущие! Непобедимые! Мотоманьяки с Марса! Да! Похоже, мы не зря поехали на запах. Да... Ответ на вопрос витает в воздухе. Пахнет серой. Или прошлогодними пасхальными яйцами. Эти псы-байкеры опять о нас пронюхали. Но ничего, я собью их со следа. Врубаем рок и... Отличный выстрел, чумазоид. Вы трое, соберите все, что осталось от мышей. Что ж до остальных, я обещал боссу, что сера будет у него через 2 часа. Так что не делайте из меня врунишку, ребятушки. Привет, Лапуля. Надеюсь, моя расправа над мышами тебя не задела. Тиска. О, боже. Господи! Я прекрасно себя чувствую. При всем уважении, вид у вас отнюдь нездоровый. Я даже наблюдаю румянец на ваших щечках. Не смеши меня! Мне давно не было так. Вы только посмотрите, какой кошмар! Ваш диагноз, доктор? Что со мной? Сколько мне осталось? 2 часа. 2? И все? То есть через каких-то 2 часа я... Ты полностью отправитесь от разлива желчи. В какой-то момент я уж было подумал... Рекомендации, доктор? Строгий постельный режим, никаких путешествий и никакой серы. Бессердечный ты, докторишка. Попинаем их от души, ребята. Так-так. Смотрите, кто приглашает нас на танец, братья. Музыку погромче. Освободите место. Танцуем буги! Моей возлюбленной Чарли непременно понравится такой огромный букет. Может, еще чуточку побольше? Готовься! Целься! Пли! Как вам моя езда? Вызывайте могильщиков. Время пришло. Винни валит бандюк, и ухо мне ведет.
Босс, нам опять устроили показательную порку. Забудьте о своих никчемных шкурах, спасайте серу! Что это? Что посерил, то и пожнешь. А хуже всего то, что у меня рука раздулась от этого дефекатора материи. Башка твоя дубовая, как ты только додумался увеличить это... Какая большая удача. Вы ее почините, босс? Пожалуйста, я не могу ухаживать за Чарли таким косоруким. Мне стыдно. Разумеется, мальчик мой. Просто включи инфлятор материи еще раз и встань под луч целиком. Прошу. Вы так добры ко мне, босс. Босс велел встать под луч целиком. Ну, была не была. Гадкая и пыльная. Но взрывается стильно. Блин, я просто без ума от этой серы. Братья, чумазоида стало больше. Ой, мурашки по коже. О, боже. Боже, я бы даже сказал, мама. Вот это Годзилла. Чумазоид-великан. Спорим, его тупость тоже увеличилась. Все остальное съежилось. Зато ручки теперь одинаковые. Теперь можно и за дамой сердце Чарли приударить. Только через мою трубку, башляплы. Да, попробуйте меня остановить, мини-мышки. Хватит подхалимничать, Лимбургер. Я ухожу. Стойте! Я подготовил представление, чтобы усладить ваш взор, мой повелитель. Позвольте проверить, в какой оно стадии. Прелестно. Полюбуйтесь, атака монстра небоскреба. Кровавый утренник, как в детстве, когда мы были головастиками. Слушай внимательно, бездельник чокнутый. Ты должен пробраться на сероперерабатывающий завод города и ограбить его. Все ясно? К башне! Какой дурацкий конец! Все, заводи транспортер, жалкая жаба. Я возвращаюсь на свой корабль. Что вы, сэр? Это же просто антракт. А далее в программе прямой эфир. Большой человек входит в маленький город. Серьезно? Что, живой театр? Устраивайтесь поудобнее в моем кабинете. Чумазоид! Вы представляете, босс? Представляете, все стало маленьким. Все, кроме меня. Порвите жалкие путы и немедленно возвращайся в город. Разгроби его! Это произведет сильное впечатление на мою голубку. Мы брошим башню Лимбургера, заставим его уменьшить чумазоида, отмутузим его и закусим хот-догами. Нет-нет, башня всегда падает последней, ты же знаешь. У тебя что, склероз, свиньи? Мы самые настоящие рабы привычек. Рокировка, братья. Громила чумазоид выходит вперед. Чудное представление, Лимбургер. Превосходное. Но ничуть не хуже осады. Я очень рад, что вы довольно высокий начальник. Ты готов? Прости, ваша сочная сардинность. Я почти готов. Не отвлекайтесь, мой громоздкий генерал. Он вот-вот начнет крушить здание, уверяю вас. А где мой попкорн из опарышей? Ку-ку. Большие проблемы. С добрым утром, Чарли, детка. И это тебе. С любовью и поцелуями. С любовью? Плохо дело. Влюбленный Кинг-Конг, и то лучше. Я написал тебе стихи, вот только забыл их запомнить. Не-не-не-не, что-то припоминаю.
Красные розы пылают, фиалки по небу летают. Нет, я что-то перепутал, фиалки ж не умеют летать. Боже правый. Быстрее, ребята! Эй, ты, урод переросток! К черту приличия! Мы готовы закатить скандал! Но сегодня я сумею втоптать вас в грязь! Карбункул! К транспортировке готов, ваша лососевая ленность! Вперед! Ну уж нет, еще раз я на эту удочку не попадусь. Скажи, Винни, это входило в наши планы? Конечно, план Г, параграф С, со ссылкой на стратегию Ж. Смотри, рисунок 34. А именно? Маневр аэрозоль. Давай! Так, братья, меняем тактику. Загоним этого громилу на стенку. Черт, эти мыши метят в мои любимые мозоли. Желтые розы кушать нельзя. Нет, это же про желтый снег. Скажи, Верзила, кто тебе так? Где ты мозги свои потерял? Я бы на вашем месте слез с цитадели босса. Не терпится посмотреть, как ты встретишь этих марсианских мышей на собственной крыше. Боюсь, развязка предсказуема. Давай, Винсент, сделай красиво. Кому ты это говоришь? Каждое мое движение можно в рамочку вставлять. Подпалим ему пятую точку. Перестаньте, хорьки хвостатые! Так, братья, покончим с этим. Мы не оставим Чика! Что, детка? Пролетела? А ты, как всегда, на подхвате? Я такой большой, она такая маленькая. Ничего бы у нас не вышло. Не бойтесь, мой полновластный правитель. Он должен уменьшиться через 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Я снова одинок, и нет у меня никакого лишнего груза за плечами. А это ты так думаешь. Вот и кончилась сказка «Красавица и чудовище». Не переживай, милая, я-то все еще свободен. Вот он я перед тобой. Бойся женщин с разбитым сердцем, мохнатый. А мораль всей басни такова. Мы будем врубать рок-н-ряв долго и счастливо. Гладкой дороги, сограждане! Какое счастье, что я в кои-то веки не попал под обломки империи Лимбургера. Черная солёнка, самое острое блюдо на свете. Нет! Ненавижу свою работу. А я свою обожаю! Озвучено по заказу «Дважды два».